Для маленькой Дарины это первый выход в свет. Сегодня их с мамой выписывают из перинатального центра. Первые 13 дней жизни девочка провела в его стенах. Дарина родилась недоношенной. На 33-й неделе весила всего 2 килограмма 110 граммов. Клуб 28 петель подготовил для нее первые в жизни подарки. Красивые и практичные. Ну, чем они полезны? Тем, что, наверное, их сложно найти для таких маленьких деток. Вот. Ну и во-вторых, они еще теплые. Я хочу сказать большое спасибо девочкам за подарок. И хочу сказать огромное спасибо нашему доктору. Кажется, совсем крошкой. А ведь таких, как Дарина, и даже еще более крохотных детей в Мордовии рождается примерно 160 за полгода. Экстремально низкая масса тела – не приговор. Врачи выхаживают недоношенных детей весом почти в полкилограмма. Носочки размером со спичечный коробок и шапочки, которые еле налезают на кулак взрослого человека, для недоношенных эти вещи могут стать настоящим спасением. Волонтеры клуба 28 петель вяжут комплекты только из натуральной шерсти. Врачи отмечают ее полезные свойства. Вещи, они как бы есть одно из звеньев большой цепи в развивающем уходе наших деточек. Почему именно шерсть? Потому что это натуральный продукт. Деточки в этих шерстяных вещах не потеют. Они хорошо их переносят. И кроме того, есть легкий такое рефлекторное возбуждение, чтобы эти деточки не замирали, не забывали, что у них есть еще дыхательный центр, чтобы они дышали. В отделении реанимации такие торопышки могут находиться по нескольку месяцев. Поэтому одного комплекта малышу может не хватить. Когда такие маленькие детки наконец-то вырастают из первых обновок, радуются все. И родители, и доктора, и участницы клуба 28 петель. Главное, чтобы пошло на пользу. Это не первая партия вязаных подарков от волонтеров. За 2 года существования клуба в перинатальный центр передали более 2600 шерстяных вещей. Сегодня их 261. Маленькие пледы, игрушки, шапочки и носочки врачи передадут по назначению. Эти простые вещи будут согревать малышей почти как мамина любовь. Валерия Никитина, Денис Ноздрюхин. Народные новости.